Церемония награждения дипломантов краевого фестиваля конкурса «Адрес детства Кубань» провела заместитель главы города Людмила Гузенко. В этот праздник мы приветствуем тех людей, взрослых, руководителей, преподавателей, всех тех, кто помогал нашим детям стать самыми лучшими, самыми талантливыми детьми в Краснодарском крае. Дипломами были награждены поэты, композиторы, музыканты, танцоры, вокалисты и коллективы Анапы. Примечательный факт, что дипломы первой, второй и третьей степеней получили сельские округа. Абсолютный победитель – Первомайский сельский округ. Это говорит не только о том, что все дети талантливы. Многое зависит от того, сколько умения передают им педагоги и сколько сил отдают своей любимой профессии. Праздник детства – это самый удивительный праздник, потому как мы все были детьми, у нас много детей, поэтому это вечный праздник молодости, радости, смеха. И дай Бог нам всем быть детьми до последних наших дней. Радостно, что можно впасть в детство вот сегодня, сейчас. Это праздник Анапы, так как Анапа у нас город детства. Аниматоры и клоуны веселили маленьких детей. На сцену один за другим выходили коллективы юных танцоров и вокалистов. Настоящие маленькие артисты. У каждого из них есть порой забавная и непосредственная мечта. Я мечтаю заниматься танцами больше ничем. Я мечтала всегда поехать в Лондон. Хотелось увидеть что-то интересное. Выступить на какой-нибудь большой сцене. Стать хореографом. Я мечтаю стать учителем 5 класса. Очень люблю готовить. Наверное, стать самыми известными. Хочу, чтобы я стала художником. Я хочу, чтобы я стала врачом. Я хочу, чтобы я стала балериной. Я бы хотела поехать на Гавайи. Там большие волны, можно серфингом заниматься. Остается пожелать, чтобы все их мечты исполнились. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа регион.